Цієї п'ятниці о 14-й годині у, скажімо так, с... Сіродонецького агентства розвитку суспільства, Ми знаємо, що буде а, круглий стол. Що за круглий стол? І і... Зветься перезавантаження влади і проведення закупівель за бюджетні кошти у цьому році. Що це буде? Це ви виходите в люди до спільноти і будете на них спиратися до а, громади. А як же по-другому? Вот Долго же время пытались работать в одиночку. Я вам коротко объясню проблематику, а потом, что за пути решения вот с этим круглым столом, как мы себе наметили работу. Проблема в чем? Все закупки за бюджетные деньги, практически все закупки, должны производиться сейчас на конкурсной основе, на, через систему прозора и так дальше. Это торги, аукционы и так дальше. Что получили мы теперь, весной этого года, вот ранней весной? Что очень много. Предложений вообще не находят отклика у предпринимателей. Люди разуверились. Вот есть базы оптовые, которые поставляют продукты питания, которые поставляют хозяйственные товары и другие. Они не хотят иметь дело с городской властью в этом виде, в котором она была в 2016 году. То есть даже не подают свои заявки, потому что они оказались в такой ситуации, что, наверное, наверное им не давали работать. Что мы сделали сейчас за те там полторы-две недели, которые мы реально можем управлять? Значит, сменены состав тендерных комитетов во многих э, распорядниках, добавлены, выведены случайные люди. Ну, случайные выведены, а добавлены те, кого мы считаем э, незаангажированным, как, как минимум. Потому что обучить человека можно. Можно послать на семинар, можно обучить его правильно нажимать кнопки, готовить документы, но если у него нет цели порядочно и прозрачно закупать товары, то мы его этому уже не научим. Если его мама не научила, как мы его научим на каком-то семинаре? Поэтому такое есть решение по проведению круглого стола. И пользуясь случаем, хочу пригласить туда предпринимателей, которые могут осуществлять, ну, предложить городу. Предложить у города есть деньги, у нас есть большие потребности. На этом круглом столе будут присутствовать представители тендерных комитетов от разных распорядников, представители контролирующих органов, представители системы прозора, представители тех людей, которые бизнеса. И мы вместе представители городской власти, и мы вместе проговорим вслух правила игры. Мы скажем людям, приходите к нам, давайте свои предложения. В случае проблем вы найдете свое решение там, там и там. Поэтому это первый шаг, самый маленький шаг. Но без него у нас практически сейчас может остановиться все. Люди не верят, люди э, на тех условиях, на которых их заставляли работать, они не готовы даже участвовать. Ну, тобто, я надеюсь, что на одно предприятие будут латать дахи над головами северодончан. Как минимум. Как минимум будет больше. Ну, если вы хотели бы мою позицию услышать, я бы сказал, бы, что каждая свердонецкая фирма, у которой есть руки, ноги, голова у руководителя и работники, которые квалифицированы, она должна иметь право получить объем работы бюджет по бюджету ну, из бюджета. Должна иметь на это хотя бы претендовать на общих условиях, потому что эти деньги останутся здесь. Вот эта одна фирма, она, по-моему, вообще там с другой области была, и непонятно, куда ушли эти налоги, откуда были эти люди, это вообще непонятно для меня. То есть зато для меня понятно, что те люди, которые отработают здесь, горожане, во-первых, им будет не стыдно смотреть в глаза, и они будут работу делать, наверное, более качественно. Во-вторых, налоги, которые они заплатят, пойдут опять к нам в городской бюджет, и на следующий год это будет задел для их работы. И в третьем, заработанные деньги, наверняка, они тоже будут тратить здесь. Поэтому нам это выгодно в